Доброе утро, дети! Воронина, просыпайся, просыпайся! Я не сплю, не сплю. Александр Валерьевич, я, по-моему, в спячку впадаю. Не надо впадать в спячку. У нас сейчас... зимнюю. О, еще осень. У нас урок технологии сегодня. Вот то, что вы гербарий собрали, листья вот эти красивые, это вы большие молодцы. А мы сегодня будем украшать наш класс. И я покажу, как можно сделать очень быстро искусственные листочки. Смотри, да, берем лист бумаги. Да? Ну. Сворачиваем его. Пап, давай на несколько, чтобы у нас было много листочков. Вот так вот мы сворачиваем, чтобы ровненько было. И не обязательно рисовать целый лист, а достаточно на сгибе нарисовать половинку. Сейчас мы давай вот так вот сразу отрежем. Александр Валерьевич, давайте я вам лучше притащу из двора. Не надо, не надо, смотри. Ну, не всегда ведь ты можешь найти красивые листы. Не всегда. Да, не всегда? Вот смотри. И рисуем половинку листа. Половинку. Какие они, вот представляем? Оп, и вот так. И здесь мы нарисуем с тобой еще кленовый лист. Да? Половинку кленового листа. Давайте. Вот. И теперь по этим контурам вырезаем сразу сложенную вдвое бумагу. Вырезаем. Ну и что дальше? Ну, и вот у нас получился кленовый листик. Оп. Понимаешь? Ну а сейчас мы можем с тобой сделать дерево. У нас есть пластилин. Угу. У нас... Давай у нас будет волшебное дерево. Давайте. Разноцветное. Александр, давайте. Вот такое. Угу. Ой, у меня ручка упала. Подними, пожалуйста, ручку. Поднимай ручку, а мы тем временем сделаем с тобой дерево. Друг на дружку вот так вот поставим. Воронина, хватит спать! Вылезай! Я не сплю. Вот. Смотри, какое у нас дерево классное получилось, разноцветное. И сейчас мы туда будем вставлять листики, которые вы собрали всем классом. Молодцы. Красота, украшение. Спасибо. Круто. Спасибо, Кречетова. Круто. Ну-ка. Оп. Настоящий клен. Почти настоящий клен. Вот тебе, Капа, украшение на стол. О. Давай, Капа, как будто ветер подул. Дуй. Так, и смотри, вот тебе листочки получились у нас. Ну, Кречетова, ты просто звезда. Смотри, мы сейчас возьмем еще, подрисуем оранжевым цветом вот здесь стебельки вот такие. Угу. Вот. У нас здравствуй, осень золотая. Ну да. Что, красота? Красота. Из подручных материалов можно быстро что-то сделать. Кречетова, тебе пятерка. Ты почему за учителя решаешь, Капа? Ну да, Кречетова, пятерка. А тебе четверка за то, что ты немножко поспала на уроке. Всем до свидания. Не отвлекайтесь на уроках. Александр Валерьевич. Не Валерьевич мне тут.